Жан-Поль Гирлен, основатель своей парфюмерной линейки. Нужно с этим ароматом переспать ночь. И утром вы поймете, подходит этот аромат вам или нет. «Что вы надеваете на ночь?» – спросили Мэрилин Монро. И она сказала: «Немножко Шанель номер 5». Парфюм – это визитная карточка. Без аромата человек вообще анонимен. Она пахнет ванилью и шоколадом, оставляет за собой шлейф аромата карамели и горького миндаля. Армен, практически гости из будущего, Олеся Селезнёв. Давайте их встретим аплодисменты. Милая, красивая дама. Давайте дружнее поаплодируем.
Thank you.
аплодировали Дмитрию. Это слово передать хозяйке нашего кафе. Конечно же, дорогие мои, два ужина бесплатные. Yeah.